Мы на аккаунте у Евгения. Есть пара вопросов. Привет, давайте начинать. Первый вопрос был пройтись по подземкам. Давайте собирать пачку на дракона. Нам нужен элитный гвардеец. У него он не выкачан еще. Ну, он выкачает, надеюсь. Ну, а пока будет проходить как есть. Но пачка я соберу, чтобы он быстро проходил 20-го дракона на его аккаунте. Да, вот такая пачка быстро будет проходить 20-го дракона. Так что да, выкачай элитного гвардейца и будешь быстро проходить. Дальше голем, он только 13-го зафармил. Давайте пройдем 14-го на видос. Ну, пачка в принципе нормальная, но из-за того, что есть уго, это штраф защиты, им герои сильно бьют, а голем может надавать по голове. Так что давайте соберем пачку без штрафа защиты. Ну, в принципе, и так можно пробивать голема. Давайте сейв какой-то. Например, череполом подойдет. Но, смотрю, есть альтернативы. Ну, можно, да, взять лучше череполома. Брать уго, не брать, не знаю. Попробуем с уго и без уго. Ставим череполома и давайте смотреть, пройдут или не пройдут. Мы прошли, давайте дальше идем на лавового рыцаря. И давайте же сначала пройдем на паучиху. Давайте попытаемся пройти хоть один уровень. Соберу я две пачки. Вот через Игнатиуса и через Венценосную, чтобы отхиливаться. А то здесь паучихи будут умирать. И Игнатиус здесь бесполезен будет. А на 20-й как раз таки Игнатиус зайдет. Сейчас по-быстрому одену Игнатиуса и поиграем. Ну как-то так, шмотов хорошего нету, нужно фармить дракона. Давайте заходим на паучиху. Соберем пачку по-быстрому. Сейчас скажу, почему я поставил череполома. Это потому что Игнатиус одет слабо из-за шмота. И его будет сейвить череполом. Вот, в принципе, то, что я и говорил. Они сносят лучков и Игнатиус здесь не заходит. На 20-й будет все окей. Давайте соберем пачку через венценосную. Ну вот, в принципе, пачка через венценосную. Они 100% пройдут, я думаю.
Ну вот, в принципе, мы прошли, давайте проходить лаву. Вот такую пачку я сделал через Фахракена, потому что у нас немного мультихитов. Такая пачка вполне может даже 20-го зафармить. Ну вот и зафармили лаву, осталось только арена и КБ. Так, вот такую пачку я сделал. Именно красного ты можешь брать оккультного. А на всех других можешь брать ниндзю. Осталось только арена, давайте приступим. С ареной я отчасти согласен. Залив, разлом, там агро и венценосный всех шотает. Но я бы сделал через эту визию. Так было бы поувереннее. Что же, будем одевать визию во что есть. Ну и вот такая пачка должна нейзировать пачку противника. Кто не согласен, жду ваши ответы в комментариях. Давайте мы заливаемся в ручном режиме, наставляем разлом защиты. Ну и да, нам не хватает меткости. Из-за шмота нужно фармить дракона, и здесь там тоже не хватит меткости. Ну что, венценосный, ходи. Ну все, порезали нам. Все. Порезали штраф. Так и... Ну все, мы проиграли. Из-за того, что венценосные очень медленные. Дружок, иди пофармить дракона пачкой, которую я тебе сделал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.